Партнер проекта – Центр развития социальных проектов Пермского края «Содействие». Развивайте свой бизнес вместе с нами. Этим занимается мой муж. А он смотрит, там много бывает ошибок. То есть смотреть в платежке полезно. И читать мелкий шрифт особенно. И вообще проверять, соответствует ли, выполняются ли услуги, за которые мы платим на самом деле. Например, когда мы начали разбираться, оказалось, что наш подъезд должны были убирать. Мы за это платили, но никто долгие годы этого не делал. Мы обратились в суд, отсудили какое-то количество денег. Подъезд стали прибирать. Я изучаю периодически. Смотрю, что изменилось, количество проживающих как учтено, из чего берется расчет. Скажем так, проверяю организацию, которая начисляет. Пример, изменилось количество проживающих, зарегистрированных в квартире. Но это было давно, когда еще учитывалось начисление с проживающих. И управляющая компания вовремя это изменение не внесла. Вот. Я это заметила, соответственно, обратилась, и мне сделали перерасчет. Не с калькулятором сижу. Так, в голове прикинул сумму, и все. Если будет переплата меньше, чем на 100 рублей, то готов не обратить на это внимание. А если больше, чем на 100 рублей, то не буду молчать. Обычно, проверяем, да. Конечно. Но все равно там могут быть какие-то неточности или несовпадения цифр, поэтому мы стараемся проверять, чтобы знали, куда идут наши деньги. Понимать, где, перерасход, где как бы можно, например, сократить потребление. Ты начинаешь искать проблему, либо это бывает в именно увеличении какой-то суммы, либо и действительно из-за расхода, поэтому стараешься как-то исправить эту ситуацию. Банально выключать свет, отключать приборы, которые также тратят даже в выключенном состоянии и тратят какую-то электроэнергию. Для того, чтобы оплачивать коммунальные платежи, у меня подключена услуга автоплатежа банковского. Поэтому я вообще платежки не смотрю. Можно вообще не заморачиваться, не вспоминать, что надо платить. То есть, допустим, у меня на 5 число стоит автоплатеж. Мне приходит накануне смс-ка. Завтра вам будет списано столько-то. Я могу вообще квитанции не получать, не интересоваться. Но это просто удобно. Просматриваю, даже пересчитываю. Мне не нравятся вот эти ОДН. То есть я плачу не только за себя, но и за весь дом. За тех, кто не подает сведения, за тех, кто что-то там делает со счетчиками. Магниты лепит и так далее. ОДН у нас получается за воду, например, больше 200 рублей. Я просто считаю, что ТСЖ не дорабатывает. То есть если они видят, какая-то квартира не подала сведения, так ты позвони. Или считай тогда этой квартире там по какой-то среднегородской. Говорят, что есть какие-то среднегородские расценки, если человек не подает. Проверяю, изучаю, чтобы она хотя бы не отличалась от прошлого месяца. А если будет отличаться? Тогда у нас ТСЖ. Я у старшего по дому выясняю эти вопросы. У меня его номер телефона есть. Поэтому я оперативно выясняю у него, почему. Если она обоснована как-то завышена, то все, никаких вопросов. Если что-то не обосновано, он обещает в этом разобраться и, как обычно, разбирается. У меня была проблема там с водой. Я пользуюсь небольшим количеством воды, а мне начитали по тарифу, по какому-то там, по стандартному. И вышло больше почти в два раза, чем я потребляю по факту. Ну, перерасчитали, все хорошо, все в порядке, он помог мне разобраться. Не глядя, потому что пытаемся доверять государству, наверное. Я думаю, что надо доверять, конечно, в любом случае. То есть, если государству не доверяешь, то, соответственно, люди, которые не доверяют, они здесь, в общем-то, и не живут, наверное. Они выбирают другое государство. Количество.